да, за 2 года 3 клиники. Но клинический случай скорее относится к гематологическому научному центру. В поддержку дискуссии, которая была ранее между Натальей Борисовной и Борисом Владимировичем, о длительности ответов в том числе. Достаточно стандартная история. Молодая женщина после беременности отметила снижение массы тела на 10 килограмм. В дальнейшем начали присоединяться Б-симптомы, и все началось с зуда, и она наблюдалась, естественно, у кожевенеролога, стандартная история. И потом, когда она отметила тяжесть при дыхании в правой половине грудной клетки, была выполнена флюорография, выявлена опухоль средостения, однако это была гражданка соседней с нами страны, Молдовы, и мужа русского имела, ребенка также гражданина Российской Федерации, но сама гражданство не имела, поэтому некоторое время ушло на оформление документов, после чего фактически через год-полтора после дебюта заболевания она была обследована уже в федеральном центре, и на основании гистологического исследования биоптата лимфатического узла был установлен диагноз лимфогранулематоза с вариантом нодулярного склероза первого типа. Все как бы достаточно стандартно, лактат дегидрогеназа повышена, подъем температуры тела, то есть мы имеем прогностически неблагоприятную группу, и, соответственно, выбор наш обычно, скажем так, рассматриваются 2, 3, 4 пункты выбора тактики терапии, и я уверен, что большинство из сидящих в зале выбрало бы что-то между либо БИКОП-14, либо БИКОП-эскалированный. Мы остановились на схеме, потому что это неблагоприятная стадия. Мы остановились на схеме БИКОП-14, она традиционно, скажем так, для гематологического научного центра, наверное, в силу более низкой токсичности и сравнимых результатов с БИКОП-эскалированным, что, в принципе, нам продемонстрировала немецкая группа по изучению лимфомы Ходжкина. Первые 4-5 курсов были проведены, в общем, без существенных проблем, однако между 4-5 курсом уже был изменен межкурсовой интервал, увеличен до недели из-за стоматита. Однако после 5 курса у пациентки был перерыв 1,5 месяца, связанный с пневмонией. И 6, 7, 8 курсы были без дополнительных перерывов, однако уже вот вся схема, вся ценность схемы 14-дневность, она была утеряна. И на самом деле эффективность такой схемы уже в принципе сопоставима со схемой АБВД. Дальше была ситуация еще немножко хуже. Пациентка потеряла некую комплаентность взаимодействия с врачом. Врач не смог уговорить ее для проведения лучевой терапии. Пациентка просто отказалась, потому что потом, когда пациентка попала в мои, скажем так, руки, никаких проблем с повторным проведением лучевой терапии и так далее не было. И совсем быстро у нее отмечена прогрессия заболевания, также все началось с кожного зуда, увеличение в размерах лимфатических узлов, был верифицирован диагноз, выполнена биопсия, вариант нодулярного склероза по-прежнему первого типа. И то, о чем Сергей Михайлович только что говорил, в общем, реально мы видим, что различные схемы противорецидивной терапии примерно одинаковые, частота общего ответа около 80%, частота достижения полных ремиссий реально где-то от 20 до 30%, что, естественно, является не очень удовлетворительным, но в силу, возможно, молодости, агрессивности, присутствия в федеральном гематологическом центре, я предпочел схему Дексабим, потому что казалось, что чем больше гормонов, чем интенсивнее, тем лучше. Хотя, на самом деле, по всей видимости, это не совсем так, и надо помнить, что гемоцитабин, содержащие препараты, они хороши в терапии рецидивов. И, возможно, какие-то комбинации с тем же препаратом Ацетрис, а в будущем возможны. И, наверное, даже необходимы. После первого курса Дексабим хороший ответ был получен. Достаточно умеренное количество осложнений. Также, если вспомнить дискуссию с Сергеем Михайловичем, мы проводили, просто Дексабим, еще помимо того, что он токсичен, он просто получается дороже, чем курсы ИГЕФ и курсы ДАП. Поэтому, скорее всего, этот курс потихоньку уходит в прошлое из противорецидивной терапии. Был получен эффект, проведен, соответственно, второй курс Дексабим. Мы старались, это был 28-дневные циклы, то есть сам курс Дексабим 10 дней, 18 дней перерыв между курсами. После второго курса было собрано достаточное количество стволовых кроветворных клеток, 2,7 миллиона, то есть эндогенных
колоний стимулирующих факторов, наверное, уже было не очень много, только колоний стимулирующих факторов, которые использовали мы. И так как после двух курсов по схеме DexaBeam продолжалось уменьшение опухоли в размерах, мы пошли на некий риск, но провели третий курс DexaBeam, который пациентка в полных дозах, сохранение межкурсовых интервалов. Еще раз говорю, как бы структура, инфраструктура гематологического научного центра позволяет это делать. Был получен ответ, и уже между вторым и третьим курсом динамики по опухоли не было по размерам остаточного образования в средостении, васкуляризации также не было, и мы провели стандартное кондиционирование по схеме BIAM с БИКНУ, у нас еще он тогда был. К слову, я отклонюсь буквально, реально бендамустин, я узнал, Наталья Борисовна, в Европе, почему они все переходят на бендамустин, у них БИКНУ просто нет. Ни токсичность, ни почки, ничего. Просто нет почему-то БИКНУ в Европе. Я не знаю почему. Совсем недавно спрашивал. В России тоже нет. Ну, в России мы привычно, что чего-то нет 2 года, потом есть, и мы вот все как на запасах сидим чего-то. И на ламустин они не меняют. Им проще с бендамустином провести кондиционирование. И 6 месяцев у пациентки, и то, о чем я говорил, как раз о некой комплаентности, потому что пациент с лимфогранулематозом иногда, да как любые пациенты, не всегда сходят с врачами, и там надо, в общем, без обид как менять, мне кажется, врачей в этой ситуации, чтобы не было напряженной ситуации. Пациентка прошла лучевую терапию на остаточную опухоль средостения ПЭТ-минус. Удалось выполнить позитронно-эмиссионную томографию, говорит пациентку. Однако второй рецидив развился уже буквально через 6 месяцев от начала заболевания. И, в общем, было непонятно, что делать. У нас реально не было опций. Мы знали о том, что существует где-то там брентуксимаб. Вот. Но реально опций не было, и мы с пациенткой тщательно искали, мониторили, и все же нашли выходы, получили, еще раз я напомню, это несчастная гражданка Молдовы, ставшая гражданкой России, бывшая, она официантка была здесь, муж тоже официант, поэтому, в общем, собственных средств не было, но нашелся цыганский барон, я всегда искренне думал, что они работают только на себя, но тут они поработали на пациентку. И были выделены средства, и нам удалось провести 6 введений брентуксимаба, и дальше я ее уговаривал, постоянно уговаривал все же согласиться на аллогенную трансплантацию, она останавливалась, и вот то, к чему клонил Борис Владимирович и Наталья Борисовна, иногда есть действительно те случаи, она больше 1,5 лет, уже больше 2 лет, в общем-то, находится в состоянии ремиссии или как минимум стабилизации заболевания. Последняя компьютерная томография, он как настоящий пациент с лимфогранулематозом, то возникает, то исчезает, то возникает, то исчезает. Но если что-то не так, сразу появляется. Допустим, если там незапланированная беременность, к примеру. А как это все разрешить? И последнее обследование было сделано в марте 2015 года. И у нее чуть-чуть увеличились размеры лимфатические узлы. И в дальнейшем она находится постоянно на телефоне. Ничего более не произошло. И тут как раз, наверное, тактика будет следующая, что я уже практически уверен, что мы получим все же брентуксимаб в некий доступ, в некий свободный доступ, уже не придется привлекать цыганских баронов из Молдавии и из России. И если у нее все же случится рецидив, будет прогресс, мы будем, скорее всего, снова использовать брентуксимаб и датин и делать уже трансплантацию аллогенных стволовых кровотворных клеток. Спасибо большое. Владимир Иванович, ну вот мы раньше любили DexaBeam, очень широко использовали, но как-то вот потихонечку мы от него практически отошли, потому что почти у всех больных мы видим перспективу все-таки аутотрансплантации, а когда мюфован, ну так бывает, можно набрать достаточное количество после мюфована, но все равно неуютно уже. Мне кажется, что на DexaBeam я бы так особенно не ориентировался. Вот сейчас появились разные комбинации, новые возможности. Но это мнение просто нашей клиники. DexaBeam, извините, что перебивает. DexaBeam уютен, если проводит трансплантационный центр, скажем так, что если мы сразу же, как мобилизационный режим, но если DexaBeam проведет, допустим, Камил Даниэлович, глубоко уважаемый, 2-3 курса, и этот больной приедет потом,
трансплантационный центр, мы ничего не соберем. Но если мы как мобилизующий курс, можно. Но мы отходим, потому что время прошло, все посчитали эффективность. Платинсодержащие режимы столь же эффективны, да. Менее токсичны, мобилизационная их способность больше, а если на них нет результата, есть сейчас бы интуксимаб, да, по крайней мере, минимальная токсичность, а результаты превосходящие дексабим. Платино-гемцитабин. Ну, наверное, дексабим это уже действительно нечто такое прошлое сейчас станет, да. Да, на нынешнем этапе. Спасибо.